Господа, Антонио здесь. Сегодня я отвечу на 7 вопросов, которые у вас есть по поводу нижнего белья, но, похоже, стеснялись спросить. Друзья, я хочу получить отклик на это видео. Мне нравится читать ваши комментарии. Вы где-то со мной не согласны? Где вы думаете? Антонио, я бы ответил на это немного по-другому. Или, Антонио, ты абсолютно прав. Друзья, дайте знать в комментариях. Я буду признателен. Если хотите больше, прочитайте статью. В статье я написал гораздо подробнее. Кроме того, дополнительно я ответил на 2 бонусных вопроса, которых нет видео. Окей. Первый вопрос. Какой же стиль выбрать? Антонио, какой же стиль лучший для всех мужчин? И ответ – никакой. Но из моих личных предпочтений, так это боксеры. Я люблю боксеры. Я начал их носить еще, будучи совсем молодым. С тех пор, как закончил носить памперсы, я начал регулярно носить нижнее белье. Моя мама выбирала за меня. Я люблю символику «Звездных войн» и еще «Трансформеры». Когда я стал юношей, закончил колледж, я перешел на семейники. И остановился на них. Это было правильное решение. Я не вошли в привычку, я не старался ничего поменять, но боксеры отлично сидят. Я люблю бег по пересеченной местности, и я хожу в них в зал. Они очень удобные, чтобы носить. Так и в повседневной одежде, они сидят здорово, и я просто определил, что они отлично подходят мне, моему типу тела, и я просто кайфую в них. Второй вопрос. Как часто менять нижнее белье? Господа, ответ – когда станет грязным. Как узнать, что оно стало грязным? Ладно, это возможно для другого видео, но меняйте ежедневно. Вот самый простой способ выработать привычку менять белье ежедневно. Если вы тренируетесь, после тренировки у вас должна быть пара на замену. И все. Не нужно кидать потные трусы, куда попало. Переходим к третьему вопросу. Как много пар нижнего белья должно быть у мужчины? У меня лично около 20 пар. Ну, перед видео я посчитал их в своем шкафу. Я считаю, что я немного переборщил. Думаю, что мужчина может обойтись и 14 парами. Почему 14? Возможно, вам нужно и меньше, но у меня стирка раз в неделю. Поэтому мне нужно 7 пар точно. Если я иду на тренировку, я использую оставшиеся пары, где-то 3-4 раза в неделю. Я также считаю, что у вас должны быть запасные, если вы летите в деловую поездку. Если у вас нет времени на прачечную, и вы взяли с собой 4-5 пар трусов, вы продержитесь до возвращения. Итак, 14 пар минимум, 20 пар – немного перебор. Четвертый вопрос. Какая ткань лучше? Что мы видим чаще всего, и я думаю, большинство из вас, если вы закупаетесь в торговом центре, там мы видим хлопок и модал. Итак, я расскажу о них по отдельности. Хлопок – самый распространенный материал для нижнего белья. Занимает где-то 80% рынка. Ведь проверенный годами и распространен, его легко достать. Я на самом деле люблю хлопок, но в сочетании с эластаном. Обычно эта добавка не превышает 10%, но это придает упругости, что придает правильные пропорции, потому что одна из проблем хлопка связана с тем, что после горячей стирки он садится. Также хлопок восприимчив к плесени, и если вы бросите свое нижнее белье, закинете в угол и подождете неделю, навряд ли плесень разрастется, но трусы начнут портиться. Снова, хлопок распространен и обычно недорогой. Но модал абсорбирует на 50% больше, чем хлопок. У него отличные эластические свойства, не садится после высокой температуры, и вы можете их не беречь. И это преимущество перед хлопком. Итак, это обе моих любимых тканей, потому что вы можете быть невероятно грубым с ними. Они довольно долговечны, и это то, что вам нужно от нижнего белья. Итак, пятый вопрос. Когда нужно выбрасывать нижнее белье? Друзья, выкидывайте нижнее белье, если на нем появились дырки, есть пятно, и если они не сидят. Почему они не сидят? Некоторые из вас могут резко похудеть или поправиться. В таком случае вам нужно купить что-то более подходящее. Не ходите в нижнем белье не по размеру. Если у вас появляются пятна, друзья, займитесь своей гигиеной. У меня нет видео про это, но я уверен, что вы найдете подобное. Поговорим о дырках, ведь в большинстве случаев они появляются под поясной резинкой, после чего вы их выкидываете. В этом проблема дешевого белья, зачастую это резинка. На многих фабриках пришивается в последнюю очередь, и еще нижним швом. Итак, когда я ищу качественное белье, я должен убедиться, что используется двойной шов по всей резинке.
Все сделано из такого же материала. Так они окутывают резинку тканью и сшивают. Если вы хотите трусы с отдельной резинкой, убедитесь, снова, следите за долговечностью, чтобы была тройная прошивка. Это яркий сигнал качества. Убедитесь, что ничего нигде не отстает, что дырок здесь не появится. И тогда они прослужат в 2-3 раза дольше. Итак, шестой вопрос. Специализированное белье. Что я об этом думаю? Я думаю, что такое белье великолепно. Как факт, вы можете выйти в интернет, найти для определенной нужды или проблемы, и вы можете это решить с помощью специального типа нижнего белья. Супер! Итак, если вы ходите, чтобы задница смотрелась лучше, да, это белье может вам помочь. Если вам нужно компрессионное белье, оно поможет вам на тренировках и так далее. Если вы хотите белье, которое специально пошили для вас, ну, с кармашком, чтобы тренироваться и не переживать, что у вас все болтается, или чтобы был отделяющий слой, так намного удобнее и меньше потеет. Друзья, мне нравится такое белье. Можете посетить сайт Sheez. Друзья, вы знаете, я поддерживаю бизнес, который развивают ветераны. У меня несколько их пар, и я ими пользуюсь. Я хожу в зал где-то 3 раза в неделю и пользуюсь их продукцией. Отлично справляется. Загляните к ним. Смысл в том, друзья, если у вас есть определенные нужды, найдите им решение, и вы поразитесь, насколько будет круто и удобно. Седьмой вопрос. Ходить как командос. Что я имею в виду? Я лично не люблю чувствовать себя как командос. Я понимаю, иногда вы забываете белье, когда идете в зал, ну или просто решаете так пойти. Но будьте осторожны, скажем так, у вас нет защиты между вашей верхней одеждой и частью тела. Итак, друзья, на этом все. Дайте знать в комментариях, особенно если вы с чем-то не согласны, или если согласны с каким-либо ответом на вопрос в этом видео. И заходите на сайт Sheez. Мы достаточно ознакомились с их продукцией, которые были показаны в этом видео. Многое, о чем я говорил сегодня, например, про ткань Model, они сделаны из нее. На самом деле, друзья, у меня 5 пар их нижнего белья. И каждый раз, как я иду в YMCA, здесь, в Уосо, я наслаждаюсь тем фактом, что мне комфортнее. И когда я бегаю по стадиону, когда хожу в тренажерку, и даже иногда парни подходят ко мне и говорят: «Антонио, у меня проблемы с тестикулами, они очень чувствительны». Так используйте это белье, они реально помогают. Итак, друзья, какая бы у вас ни была проблема, помните, что специальное белье может вам помочь. Заходите на сайт, осмотритесь. На этом все. Увидимся в следующем видео.